Всем привет, друзья! Здравствуйте, наши дорогие, вы на семейном канале. Что это у тебя такое, Урочка? Мяч с буквами. Вы сегодня на семейном канале Baby Go. У нас четвертая часть подведения итогов по лучшим комментариям. А сегодня еще ответы на вопросы, которые мы выбрали. Ну, давайте начнем с комментариев. Комментариев будет не очень много, потому что было очень много вопросов, и сложно было все это вместе скомпоновать в один ролик. Поэтому выделили мы всего не больше 5 комментариев. Итак, первый комментарий прислал нам его Ника Kids TV и Шани. Класс, очень нужная информация для меня и для моей мамы. И в продолжение она написала: мне тоже нужна эта информация, я тоже когда-то буду мамой. Все правильно, Ник, ты очень хорошо думаешь, и нам очень приятно, что папины ролики смотрят также и дети, и как-то получают новую полезную информацию. И, Динь, давай по традиции передадим привет. Динь была видео смотрит на iPad. На iPad, Динь тоже смотрит видео. Давай, Динь, по традиции привет передадим. Да. Давай, мы давай. Передаем привет Ники, Кидс, ТВ и Шане. Давай ручкой помашем. Давай, Ники, Кидс, ТВ и Шане. Давай, следующий кто? Нажимай. Так, ну и следующий комментарий, который какой мы выделили. Номер? Это комментарий номер 2. Purple Pew. Нет. Давай зачтем. Комментарий номер 9. Нет, Дениска, это 9 пальчиков вверх. А комментарий номер 2. Давай прочитаем. Есть такие семьи, которые неполноценные, и родители пытаются эту неполноценность заполнить дорогими подарками. К счастью, у меня полноценная семья, на 6 с родителями, а с тетями и дядями 15. Супер, дорожи своей семьей, это очень хорошо, что у тебя полноценная семья. Передадим привет, Purple Pew? Да. Привет. Давай, следующий комментарий. Роберта Кекс, зачтем? Да уж, лето Москву забыла, но с такой жизнерадостной семьей любая погода будет солнечной. Вы молодцы. Мне почему-то из всего изобилия псевдо-бассейн понравился. Это речь о Замане, куда мы ходили. Динь, тебе понравилось Замане? Да. И что, пойдем туда? Обязательно пойдем. Друзья, ну а кто бывает в Москве, тоже советуем сходить. И нам еще один из каналов посоветовал сходить на другое мероприятие, в Кидзанию. Да, мы в Кидзане побываем. Да, спасибо большое за совет. Еще пойдем в Замане. А в Замане обязательно пойдем. Денюш, давай, Роберто Кекс, помашем, передадим приветик. Да. Давай. Привет, Роберто Кекс. Давай, давай. Собственно, о чем мы и говорили, четвертый комментарий, который мы видели, это канал интересный. Чего там первое? Где первое? Это один комментарий, один лайк всего мы поставили. Один лайк? Да, но мы поставили по делу. Комментарий нам прислал канал «Интересные факты». А какой он комментарий? Давай прочитаем, да? Тоже по ролику из Замани. Я не знал ничего про Замани, но я знаю, что другие есть другое увлекательное место. Где написано там Замани? Вот, оно написано Замани. И называется это место Кидзани. В Кидзани можно устроиться на работу. Давай сейчас про Кидзани расскажем. В Кидзане можно устроиться на работу, за что тебе дадут кидзы. Валюта Кидзани. За эти кидзы можно купить любую игрушку в детском магазине «Детский мир» в городе Кидзани. Также можно попробовать себя в роли агента и спрыгнуть с 7-метровой высоты. Еще в Кидзане можно попробовать сделать вкусный сок самостоятельно. Ничего себе! Это, конечно, профессии. Это здорово, мы обязательно попробуем, да, но надо, наверное, немножко подрасти. Большое спасибо, интересные факты. Передаем привет, Денюш. Привет, интересные факты, привет! Давай. Давай, следующий. Ну и заключительный комментарий, который мы выделили за эту неделю. Его прислала нам Таня Кити. Просто он очень приятный был, мы не могли пройти мимо. Вы очень хорошие родители, а ребеночек у вас солнышко. Танюш, большое спасибо. Динь, передай привет Танюше. Да. Давай помашем. Тань, привет. Да, я знаю, да. А все, комментарии у нас закончились. Потому что у нас впереди еще вопросы ваши. Итак, друзья, первый вопрос, который вы прислали, и действительно в хронологическом порядке начнем отвечать. Где вы живете? И прислал нам его несколько человек. Вот они. Значит, это Beautiful Bloggers, Няшка Мангл. Ну что, отвечаем? Мы живем в Российской Федерации, в городе Москва.
Второй вопрос, на который мы отметим, его тоже прислало несколько человек. Это была Соня Арт и Таня Няша. Вопрос, сколько вам лет? Пока что мы, видите, отвечаем на более общие вопросы. Ну что, отвечу за всех. Мне 31, нашей маме 28. Дэну, сколько тебе лет? 3. Ну, почти 3 годика, Дениске. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос очень сложный. Мы, на самом деле, несколько вопросов объединили в один, чтобы никому не было обидно. И из этих вопросов было сложно выделить что-то отдельно. И прислали эти вопросы Ольга Натаха Аватария, Мисс М, Даша из Лата и Анна Подурецка. Давайте начнем с обратного конца. Многие задавали вопрос, любим мы своих подписчиков. Дим, мы любим своих подписчиков? Да. Друзья, это очень странно, если мы не любили, иначе, я думаю, и нас бы никто не любил. Как ты относишься к людям, так и люди относятся к тебе. Правильно, Дим? Да. Следующий вопрос, который был задан. Сколько вы хотите себе подписчиков? Это достаточно сложный вопрос. Конечно, хочется получить кнопку, хотя бы серебряную, поэтому давайте пока остановимся на планке 100 тысяч. Мы хотим 100 тысяч подписчиков? Да. Это пока что заоблачная цифра, но если мы ее добьемся, то будет, конечно, очень, очень круто. Ну, еще из этих вопросов хочется выделить вопрос, сколько мы хотим подписчиков получить за год. Это тоже, опять же, сложно предугадывать. Но если мы получим за год 100 тысяч подписчиков, это будет, ну, прям очень-очень здорово, да, Лень? Да. И еще один вопрос из этого же ряда. Это как вы достигли так много подписчиков? Ну, на самом деле, не так много подписчиков. Есть каналы намного крупнее, чем мы. Наверное, это просто кропотливый труд. Подготовка, поиск интересного материала, написание сценария. Если долго мучиться, что-нибудь получится, да, День? Да. Следующие вопросы, которые мы выделили, это, наверное, вопросы, которые вытекают из предыдущих. Вот они. Вопросы такого характера. Как вы стали такими популярными, хотите ли вы получить кнопку, и что бы вы делали, если встретили на улице фана, да? Ну, про популярность мы уже ответили, что, наверное, все вытекает, становится результатом кропотливого труда. Кнопку, конечно, мы хотим, иначе бы ничего не затевалось. Приятно, конечно, получить какую-то классную запоминающуюся награду. Но по поводу фана это очень сложно. Мы пока что ни разу не встречали на улице фана. Честно говоря, я не знаю, что бы мы сделали. Как минимум, мы, наверное, бы растерялись. Ну, наверное, сделали бы селфи, общее фото какое-то. Да, Денис? Да. А что бы мы еще могли сделать, если бы мы стояли на улице фана? Как ты думаешь? Ю. Мы могли бы с ним поиграть в мяч. Да? Да. Ну вот, какой мяч? Мяч с буквами, например. Дэн бы сыграл с фаном в мяч. Короче, так вот. Ну и последний вопрос на сегодня, который мы выделили, его прислала Аришка Поняшка. Вопрос следующего характера. Какие вы любите диснеевские мультики? Ну, это вопрос больше к Дэну. Денеж, какой ты диснеевский мультик любишь? Про Винни-Пуха. Про Винни-Пуха. Про медведя, который в кроличьей норе застрял. Это наш любимый мультик. Друзья, это были все лучшие комментарии, которые мы выделили за эту неделю, а также те вопросы, которые нам больше всего понравились. Кроме того, у нас есть еще маленькая просьба, чтобы вы присылали по одному вопросу, не более, потому что очень сложно вычленять действительно интересные вопросы, очень много повторяющихся вопросов. Поэтому давайте каждый из вас будет присылать только по одному вопросу, и мы продолжим эту рубрику, и в следующий раз в выпуске «Лучшие комментарии» будет также 5 ответов на вопросы. Идет? Дэн, согласен? Да. Такие вот дела. И, кроме всего прочего, мы оставляем в описании к этому видео ссылку на наш Инстаграм. У нас там стартует конкурс. Угадай по кусочку фотографии, что на фотографии изображено. Конкурс будет проходить с понедельника по среду. Можете присылать свои варианты. Мы выберем победителя. И со следующей недели в
таких вот выпусках, по лучшим комментариям, мы будем в описании размещать ссылку на группу ВКонтакте, либо на страницу, либо на канал, либо на Инстаграм победителя этого конкурса. И конкурс будет продолжаться каждую неделю. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх. Какие же пальчики вверх? Один так пальчик вверх. А два? Не хочешь. А два не хочешь. Подписывайтесь на канал, оставляйте свой полезный комментарий. Не забывайте задавать интересные вопросы. По одному вопросу к ролику. И участвуйте в нашем конкурсе в Инстаграм. До новых встреч. Пока. И попрощаться. И поцелуй. И поцелуй, ну иди поцелуй.